Так, это Игоря. Тойота знаменитая. Что-то поменял он. Тут она стала ниже. Мосты. Лапландеры снял, наверное. Сейчас посмотрим ближе. Куда он едет? Ну, ниже стало, устойчивее намного. Одел лапландеры. Нет, все, все сняли. Все. Вон и к чему. А куда ты едешь? Меня забери. Седай, подожди, я ж тут привык, я как родился вроде в ней. Только едь медленно, чтобы якорь мне не встрял никуда. Ё-моё. Игорь, блин. Ёханы бабай, нахрена я сел? А куда мы едем, Игорь? Блин, этот еще опаснее Вити. У него машина мощнее. Подожди. Игорь, блин. Аж на выстрел, ты большой. Что ты исполняешь? Ты хочешь поразвлечаться. А что, у тебя автомат? Ты что, автомат поставил? Игорь, блин, не гони, Игорь, не гони, Игорь. А куда мы едем? На тусушку. Так а ты в Масленице, да? Да нет. В РФС? Конечно. Да ну ладно! Братья тоже раша едут. А тут водора, наверное, не того, да? Так подожди, давай куда-то проедешь спецучасток. Ёлки, я в боевом болиде. Ёхан, Игорь, блин, не гони. Да у меня же руки заняты. Стой, тормози, тормози, тормози. Тормози, братуха. Блин, с кармана все повыпадало, наверное. Ёлки-палки. Игорь, куда мы едем, блин? Блин, больной на голову. Это ты, Игорь, блин. Стой, подожди, я выйду нафиг тебя, блин. Да сади, сади, сади. Стой! Свернусь, сади. Ёх, я не держусь. Я потихоньку. Какой же подарок? Хочу подивиться. Не, так подожди, это, наверное, цей раз нам завтра ці заезжать. Вот это родин товчется туда, бачишь? Ну. Сейчас подивлюсь, яка будет. Подожди, я зря. Нема, сейчас, встанем. Четвертая или шестая, это наша. Наша, можно? Так давай тоді сюда їхати. Все, сейчас тут будем пробовать. Фух, блин, нахрена я сюда сел? Это жесть вообще. Тут, короче, какие-то, посмотрите, произошли серьезные изменения в машине. Автомат, коробка низенькая, она стала устойчивая. Больной на голову, короче, полностью. Якорь, все, ребята готовы. Тут Витарка борется. Ну тут что-то болото какое-то. А, это известное место, я узнал, где мы. Это тут на Игоря рядом вот падало где-то дерево на крышу его Тойоты, другой, правда. Ага, вот тут. Маршрут интересный, да? Поправь левый центрак. Хорошо, хоть в трубу не надо заезжать туда. Ё-моё. Не, неудачно. Промахнулся. А, бач, можем сказать, что же, бач, приподнять надо сюда, да? Ёханы бабай, оно там гнилое все. А что, не зашили бедиться? Дальше, дальше. Андрей! За вот ту амортуру с торца вот это можешь попробовать. А, Игорь хоть он дорвал, блин. Да не, там в розогне. Оцю и прямо за оці цепляйся, блин. Вот то, что квадратики, там сейчас, ага. Там она хоть зварена. Возьмите молоток, приготовьте. Не, там сейчас. Или там есть зацепиться? Если не отломать, то да. Она не тяжелая, видишь? Хватило. Хватило. Красавчик. Останови, ребят. Да, время, конечно. Блядь, ну что ж ты первый раз там коробки? Что, ты поедешь сейчас? Ну да. Озеро сюда болото. Вот у него кладет, да? Ты отметил море. Я же говорю, что больше. Да успеем.
дороги. Никто больше не да. Ну так едь по сантракам аккуратненько. Возьми в аренду у кого-то. Родных воюет. Под стенку, Саня. Так что, машина лучше едет, да? Да. У Игоря 3 УЗ, V8. 70-ка V8 теперь, да? Да, я не знаю. Теперь да. Руля нет, нахрена. А я знаю, 8 же, да? Давай. Стоп, вперед. Да не, я думаю, что гляну сюда, а вот еще очередь, еще две машины. Попробуй с разгона. Ключевые слова были «попробуй с разгона». Жестко. Мне кажется, он днище поцарапал. Да и раму, наверное. Чтоб раздатку, главное, не поцарапал там сильно. Так, тут... Тут может быть экшен сейчас. Ну, на лебедке. Осталось 5? Так, интересно, а вариант вот такой. Хорошо есть за что зацепиться. Ёх, а не бабай. Успевают вроде, да? А финиш тут, да? Молодцы. Такое непростое место. Отходим, отходим, отходим. Уйдите за маршрут. Тут еще болото, это еще не вся трасса, мы все не видели еще. Молодцы, блин, хорошо дубасит, подмерзшее болото, вот финиш. Успели. Успели. Пацаны там, давай. Добавляйте, я кладу. Добеги затем. Что там, пару минут есть еще, да? 2 минуты. Да, на крышу. Якорь забрать. Штурман устал. Нет. А? Русин. Привет. Ну, на вскидку где-то 1300. Блин, там какая-то жесть там. Интересный спецучаст. Йо, бабай.
пожалуйста. Ну, поворачивай, уже две линии. Мать, мать, мать. За дерево цепляйся, толкай. И жопу толкай. Сань, давай, право, право, руку. Право, руку. Назад. Не газуй. Давай вперед! Давай вперед! Быстрее, вперед! Автор, наша, руль левее! Руль влево и вперед! Да не надо ее влево, я ее так пропущу, давай! Не надо, да, все наши. Еще чуть-чуть! Поворачивай, можешь пускать! Хорош! Колесо в воздухе. Сам вылетел. Крюк зацепи как положено. Закинь его в салон туда. Гаси. Дальше не сейчас. Сейчас. Паши, паши. Как Миша учил. Ай, когда защиту. Беги на фиг. Беги, Вась, не садись. Беги на фиг. Там сядешь, встань. Давай, Вась, встань. На финиш. Отойди, отойди. Стой. Турман за счет. Есть. 7:57:50. Все. Нормально. Все это когда вперед ногами. Запорожье, ребята. Где номера, да? Так, тут на старт мы попали. Паша, давай нахуй! И все! Кроме нас! Известное место. Раньше было глубже, по-моему, здесь. Ты просто замерзла. Было глубже год назад намного. Но подъем такой же. Сложный. В группе там выехала. Кто не верил? Там не выйдем. Без лебедки. Кто? Там никто не выезжал дальше. Вы первые. У нас пока там чек-брюк не шагает. Да, интересно, сейчас 70-ку V8 будет посмотреть. Игорь тут ждет. Ленту оттягу. Роль поставили. Колыши, колыши, стой! Стой, стой! Какой тут у вас? Отрезано все почти. Ну, ребят с антраками. И тут интересный спецучасток. Очень сложный там. Местность идеальная для RFC. Даже в эту погоду. Льдины толстые. Был мороз. Тут вот мороз был больше, чем в Киеве. Две пары сантраков. Куда?
Надо медленно просто, чтобы не слететь. Вот он достаточно длинный спецучасток. Ключевое место там подъем вот этот на обратном пути. Одна машина, только Витара, залетела своим ходом, остальные на лебеде. Игоречек, ты дорогу запоминаешь? Да тут же ленты, ты и так найдешь. Думаешь? Витара выскочила, предыдущая. Тут сложновато, да? Ну, он, по-моему, сразу так с поворота. Она на бляхах, у нее плюс 50% мощности. Пробили уже, понял? Верху положи. Где? Сюда. Ну, тут сложное место, понял? Красиво. Да, и снос. Красиво. Хорош, Сергей! Опять 55-13, лучшее время опять. Давай я снимаю. Давай я снимаю. Пошел по спецучастку. Дисквали. Так штурман тоже ж должен рядом бежать. Знакомый человек. Привет. Я тоже по спецучастку. Главное ходом идти. Не упадешь тогда. Ты едешь где-то или нет? Где не ваша? Не ваша? А это? А я номер.